коллектив предприятия «Терразит», а этот 135 человек тоже ушел на забастовку. Это последние новости. Ну вот пока больше 6 тысяч, как я понимаю, на данный момент мы знаем цифры задержаны сейчас. В Беларуси уже можно говорить про 7 тысяч, это официально. Здесь стоит? 3 часа. Вы голосовали на выборах? Да, да. За кого голосовали? За Тихановскую. Спасибо большое. Ну вот сегодня здесь также не обошлось без провокаций, так скажем. Сюда пришли активисты движения НОТ в военной форме времен Второй мировой войны. Они пели песни и как-то пытались помешать участникам акции. Давайте посмотрим, как это было. The next station is Kutuzovskaya. The platform is on the left. Change here for Kutuzovskaya metro station. Против насилия и фальсификации выборов выступили сегодня и работники авиационного ремонтного завода в Барановичах.